Добрый день, друзья мои! Наш показ открывают образы с яркими рубашками из летней коллекции Валентина. Выполнены они из плотного шелка. Достаточно всего одной новой вещи в гардеробе, чтобы заиграли новыми красками привычные и надоевшие джинсы, брюки, бермуды и даже юбки. Всего одна такая вещь – яркая рубашка. И вы в тренде. Здорово, правда? Кстати, нам предстоит поход за покупкой одной такой рубашки. Обязательно смотрите это видео дальше. Особенно актуальными являются оттенки очень ярко-розового, сиреневого, зеленого. Напомню, что зеленый цвет – один из фаворитов этого сезона. И вот вы видите рубашку ярко-зеленого цвета. А это блогер из Монреаля, тоже в яркой рубашке. Если вы не любите и не носите зеленый цвет, вы можете взять любой другой, но аксессуары зеленого цвета, как было на первой модели этого показа, обувь ярко-зеленого цвета, это будет очень красиво, очень стильно. Сейчас мы посмотрим несколько образов с модными рубашками немецкого блогера Гитте. У нее аксессуары ярко-зеленого цвета, люминесцирующего зеленого рубашка, тоже один из вариантов модных рубашек, многоцветный, лиловый цвет. А сейчас хочу вам показать несколько новых интересных форм. Здесь эффект деграде присутствует вот в этом комплекте. Рубашка и шорты. А в следующем такой ненавязчивый вариант гламура. Голубая рубашка, легкий блеск, который обеспечен серебряными нитями. И вот эта фактура ткани поддержана массивной серебряной цепью. Выглядит это все очень интересно, современно. И с удовольствием показываю модного блогера Олечку. Конечно, она в модной рубашке ярко-розового цвета. Обязательно зайдите на ее аккаунт. Слева внизу было его название, аккаунт Instagram. Полюбуйтесь на ее гардероб, на ее огромную коллекцию украшений и порадуемся за тех женщин, которым не лень каждый день великолепно выглядеть и радовать нас своими нарядами. Обратите внимание, и верх, и низ в следующих нескольких образах являются объемными. То есть мы сейчас не делаем контраст объемов, что обычно рекомендуется. В зависимости от вашего стиля, от ваших предпочтений, вы можете брать любой низ, как объемные, например, струящиеся широкие брюки, являющиеся трендом этого сезона, так и классические джинсы или брюки. А вот вверх объемная рубашка, которая может быть выполнена из плотного шелка, из льна, хлопка. В этой части нашего показа более привычные для нас образы с рубашками, например, с классическими джинсами. С длинной юбкой и рубашка с узлом, что тоже привычно для нас в течение уже ряда лет. Мы носим таким образом рубашки. Следующий образ актуализирован именно модным цветом, ярко-зеленым. Но сама манера носить
рубашку более привычно, менее актуально, скажем так. Посмотрите, как известный блогер собирает образ с рубашкой серо-голубого цвета, какие компоненты образа она включает, какие у нее украшения. И продолжая тему украшений, показываю вот такие актуальные украшения немецкого блогера. Здесь цвет классический, белый и молочный, но украшения современные. И напомню вам, что таким образом вы можете завершающие штрихи внести в свой образ и сделать его более еще актуальным. Пожалуйста, мои дорогие, поддержите меня и мой канал, мое стремление сделать его для вас приятным, полезным. Первые две рубашки весенней коллекции Валентина стоят $2900. А мы с вами отправляемся на бюджетный шопинг. Это сайт ASOS, и вот эта рубашка мятного цвета стоит 1590 рублей. Размерный ряд до, по-моему, 64 размера. Состав, да, 66-68. Состав хлопок 100%. Сейчас покажу. Вот, посмотрите. Органический. И там же очень понравилось платье, и не могла вам его не показать. Нормальная цена, хороший состав, хлопок и лен. Посмотрите, нежно-сиреневого цвета. И тоже размеры до, по-моему, российского 54 размера. Если вы планируете какие-то летние покупки, то стоит внимание обратить вот на эти вещи. В Манго интернет-магазине тоже хлопковая рубашка. Цвет более традиционный, голубой. Но если вы любите и носите этот цвет, почему бы внимание не обратить вот на эту вещь? А в этой части нашего показа я специально собрала интересные образы с интересными цветовыми сочетаниями, но прошлых лет. Поэтому кое-где будут следы как бы немножечко вчерашнего дня. Это может быть в обуви выражено, в каких-то других деталях. Но не случайно я вам поставила эти образы, потому что здесь есть на что внимание обратить. Вот, например, на сочетание зеленого и сиреневого. Или следующее, например, такого нежно-желтого и сиреневого. Смотрите, как красиво сочетается классический цвет денима и ярко-розовый. И пока вы рассматриваете образы с модными рубашками, я хочу задать вам несколько вопросов. Понравилась вам такая идея, как бы внести легкую такую свежую ноту в ваш гардероб, состоящий из привычных, удобных, но, будем говорить, неинтересных вещей? Нужно что-то такое добавить. Посмотрите, какое красивое сочетание желтого и ярко-розового. Прелестное просто. Яркое, эффектное. Что из показанного вам понравилось? К какому цвету склоняетесь? Тот бюджетный шопинг, который я предложила, заинтересовал ли вас? Или вы все-таки хотели бы более элитные, более дорогие? Потому что за 2900, конечно, это будет очень красиво, чем за 1500 рублей, правда? Какие новые темы можете предложить? Как у вас настроение? Как ваши дела? Все это мне очень интересно. Готовлю еще несколько очень интересных видео. Уверена, что вам понравится, будет полезным. Рада была этой нашей встрече и
До новых встреч на канале The New Woman. До свидания.